Скажи, твой красивый пиджак, куртка. В 1781 года был смертельно ранен народовольцами император Александр II. Первоначально на этом месте поставили небольшую деревянную церковь, строил Бенуа, как и здание, что справа. А через 2 года начали возводить этот храм. Его авторами являются архитекторы Парланд и настоятель Троице-Сергиевой пустыни архимандрит Игнатий в миру Малышев, в прошлом студент художественной академии. Вы видите, что архитекторы прибегают к традициям древнерусского зодчества. Резные наличники, кокошники над окнами, многочисленные башенки, колонки. Храм увенчан пятиглавием, как обычно православные соборы.
Сооружение уникально, поскольку 7000 квадратных метров площади храма выложено мозаикой. Внутри полностью стены и своды, а снаружи мозаика заключена в кокошниках и окошечках. Как раз здесь, под позолоченным куполом колокольни, это место и находится. Снаружи оно отмечено распятием Христовым. Храм долго строили, 24 года. В 2007 году он отметил свое столетие. А в советскую эпоху так сильно пострадал, что больше, чем 24 года потребовалось, чтобы его восстановить. Сейчас здесь работает музей, а недавно возобновили церковные богослужения. По воскресным дням их в опоре стоят три моста. Отсюда хорошо видны два, они симметрично раскинули крылья. В левую сторону ложный мост. Понятно, почему его так называют. Под ним нет воды, его арочный пролет заложен. Вправо театральный. Третий мост малоконюшенный, перекинут через мойку, мы под ним пойдем. Трехколенный мост был поставлен в первой трети 19 века. Инженеры Адам и Треттер. Не отпевают. Но Николай I понимал, что Пушкина признали в народе. И сделал исключение для поэта. Разрешил отпевание. Но только в маленькой конюшенной церкви. А по правилам человека отпевали в том храме, прихожанином которого он являлся. Пушкин тогда ходил в Исаакиевский собор. Но, тем не менее, посчитали, что здесь будет лучше. И тем не менее, очевидцы писали, что вся площадь перед храмом была наполнена людьми, пришедшими проводить поэта в последний путь. Через два дня его тело отвезли на Псковщину, в Святогорский монастырь. Этот мост тоже назвали по зданию конюшенного ведомства, а построен он в 1820 году. Инженер Адам. Строили мост еще при жизни Пушкина. Гончаровы. Они приехали тогда из Москвы в столицу, чтобы выходить в свет и потом выйти замуж. Уголок Венеции. Самый первый искусственно прорытый канал в городе соединяет его и мойку. Название канавка получило по первому зимнему дворцу Петра I. Он находился впереди справа на углу набережной Невы и зимней канавки. Мы сейчас пройдем под первым зимним мостом, который соединяет берега Миллионные улицы, и посмотрим на здание, что с левой стороны. На Миллионную улицу главным фасадом выходит здание нового Эрмитажа. Это здание с атлантами. Мы идем вдоль бокового его фасада. Построено оно в середине 19 века архитектор Квенце. Обратите внимание на окна второго этажа, что наличники выполнены из серого гранита. Углы окон поддерживают вариативы. Такие украшения придают зданию монументальность, величественность. Зато к новому Эрмитажу примыкает здание старого Эрмитажа. И огромная галерея соединяет старый Эрмитаж с Эрмитажным театром, образовывая живописную арку. Одни видим низкую арку Эрмитажного мостика, уводящего нас к нему. Это одно из самых поэтических города. Если здесь есть любители классической музыки, вы помните, что Чайковского такая дама? Никита, сойди, пожалуйста, чуть-чуть. Сойди. Вау, это не важно. Вот она, красавица Нева, широкая, нарядная. И майской ночью в белом дыме, и в завывании зимних бург, ты всех прекрасней, несравнимый, блистательный Санкт-Петербург. Вот он перед нами, тот блистательный Петербург, воспетый многими поэтами и художниками. С правой стороны трехэтажное здание зеленого цвета в башенной центре. Это кунсткамера, первый музей России. Кунсткамера в переводе с немецкого означает «палата редкости». Петр I старался приучить русских людей ходить в музей. Ну а заманивал он их сюда чаркой водки. После просмотра экспонатов людям предлагали выпить, и ради такого дела даже в музей ходили. В этом же помещении работала Академия наук.
24 года здесь прослужил Михаил Васильевич Ломоносов. В Башенке тогда была обсерватория. Разрастается музей, растет Академия наук, и центр становится в одном помещении. Тогда набережной нет. На этом месте была гавань, и здесь строили корабли. Более 200 кораблей построено на этом месте. В середине 19 века эта часть города становится парадной, нарядной. Конечно, иметь завод с кранами в таком месте нежелательно. Тогда адмиралтейские верфи перенесли вниз по течению Невы за Благовещенский мост. С правой стороны Дворцовая набережная. А на ней мы видим, пожалуй, самое знаменитое здание Петербурга – Зимний дворец. Пышная, нарядная, роскошная барокко архитектора Франческо Бартоломео Растрелли. Изобилие белоснежных коров предложил созвать сюда горожан и разрешить им забрать с этой площадки все, что понравится. К вечеру следующего дня территория была абсолютно чистой. Только несколько старушек собирали уже оставшиеся щепочки льва. Справа вверх по течению Большая Нева. И с правой стороны за Троицким мостом еще один рукав Большая Невка. Мы теперь с другого ракурса обратимся к стрелке Васильевского острова. Здесь видно, что от здания биржи симметрично влево и вправо построены еще два невысоких сооружения желтого цвета с колонн. Огонь бушевал трое суток, и здание практически полностью выгорело. Так вот, экспонатов. По количеству живописных полотен Эрмитаж занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Максимальная достигает 1000 и 1000 с лишним метров. Нева очень глубокая. Ее преобладающая глубина 8-11 метров. Но есть места глубиной 20, даже 24 метра. Вот как раз с левой стороны там стоит Литейный мост. Но вместе глубина Невы 20 метров. Мы сейчас идем по столицам каменным мостом прачечной. Назвали по количеству ее императорского величества и ходим по самому. Мы заглянем в летний сад и снова. И у самой воды видим летний дворец Петра Первого. Простое двухэтажное здание с изобилевыми украшениями, связанными с морской тематикой. Стоил великих определений. Это стиль петровского барокко. Все в летнем дворце Петра Первого. Мы уже подходим к проведенному картинной зоны с пушками, зеркалами. Но наводнение, произошедшее в городе в 1777 году, разрушило все абсолютно фасады Летнего сада. В 1914 году инженер Пшеницкий, архитектор Селезень, посмотрите на оформление всего моста, на фонарный объект, вы видите копии, собранных в Пшеницке. Здесь преобладает два моста. Строили для Павла I